Всем привет! Вы на канале Принцесса Кейден. Сегодня я вам покажу пони, которые нас ожидают в 2017 году. Ну, поехали! Нас будут там ожидать пони. Но когда я вам буду говорить эти пони, вы не будете просто слушать, как они будут выглядеть. А фото этих пони будет вот тут. Давайте какое-нибудь. Да. Так, чтобы было светленькое место. Поехали. С укольчиком. С укольчиком. Вот укольчик. Сейчас мы вам сделаем укольчик. Опля. Поехали. Всасываем. Готово. На. Мешай нам. Ну, первое, это будет малышка Флори Харт. Очень миленькая Флори Харт. Вот видите. Но они не только в 2017 году. Она уже выходит в разных детском мире, в разных детских мирах. Ну, там в детском мире я ее видела, но она нас, как в каких-то других странах, она ожидается в 2017 году. Ну, следующая поняша, это будет не очень-то и качественные пони получатся у нас. Да уж, будут новые пони. Как вы видите, они с открытыми ртами там, они узкие, кстати, да, там все наборы будут те отдельно. Но знаете, что прикольно? Почему-то сейчас не выпускают, конечно же, Шайн Гарбера вместе с Кейден, да еще с Флори Харт, но их будут выпускать, но только узкими. Как вы увидели, вот такие вот, они не очень-то и качественные. Дальше. Будут новые наборы девочки из Эквестрии. Это, конечно же, Флаттерши, Рейнбоу Дэш, Рэрити. Да, они, как вы видите, в нарядных платьях из, по-моему, бой за корону. Да, по-моему, так. Следующее. Новый набор чудо-молний, там будет там будет Флитфут, Спитфайр, конечно же, Рэмбл Дэш, только без костюма. Там будет еще этот там Флитфайр, там, ну, я не помню, как они называются, ну, и там дальше вы можете посмотреть на фото. Ну, дальше, поехали дальше. Дальше. И выйдут еще такие вот поняши, там будет принцесса Селестия, Флаттерши, Пинки Пай, там принцесса Селестия, Шейн Гарбер, Твайлайт, ну, все принцессы. Кроме Луны. Ну, а дальше не знаю, как там называются пони. Поэтому поехали дальше. Это, конечно же, будет набор девочки из Эквестрии. Будут у них цветные волосы. Это Рэрити, Пинки Пай, Твайлайт, Спаркл, Флаттершай. Да, дальше поехали. Там будут выходить куклы девочки из Эквестрии, пластиковые, но с ними еще и пони будут выходить. Ну, всем пока. Подписывайтесь на мой канал. А-а-а.